Привет, мои господа! Сегодня, я уже как сказала, будет видео. Одно первое мое видео из 7, которые я буду делать на этой неделе, которые я буду заливать каждый день, так как вам понравилась эта идея. Я попытаюсь собрать все свои силы в кулачок, в маленький кулачок, и каждый день снимать вам моменты из моей жизни, которые будут, я больше чем уверена, очень скучными. Но попробуем, правильно? Как я давно вам уже обещала, стану на свет. Я покажу вам свою полку нескончаемого детства. Да. Здесь я храню все свое барахло, скопленное мной за всю мою жизнь. Здесь всякие книги, коллекционные, между прочим, игрушки. Да, я люблю собирать игрушки. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Потому что эти игрушки будут стоить когда-нибудь дорого. Но я точно их никогда не продам. Не знаю, зачем я вам это сказала. Так, всякая ерунда. Мой комод, где просто куча вещей, которые уже не влезают в маленькие ящички, которые здесь есть. Да, косметичка зебры, потому что я обожаю зебру. Я обожаю принт зебры. Мои ящики. Моя коробочка для макияжа, которую может показать, что очень много. На самом деле, приличное количество. Не... из ряда вон выходящая. Также, не знаю, это мой плакат «Чудаки», который я очень обожаю. Здесь у меня висят мои парики, постель, на которой я сплю, собственно. Здесь висят почему-то разные сумки, если вы видите, если камера позволяет. Мне на самом деле лень их куда-либо убирать, я знаю, что если я их уберу, я не забуду, я куплю еще новую какую-нибудь. Если я их куда-то уберу, то, собственно, да, я не буду их носить. Но тот факт, что они висят у меня здесь, еще не говорит о том, что я их ношу постоянно. Да. Я хотела вам показать мой новый клатч, если кто видит. Это клатч Spin Up Girls, правильно, наверное, я скажу. Потрясающий клатчик, который мне нравится. Но опять же таки, ужасное убогое освещение, убогая картинка камеры. Я купила такую сумочку, как для бабульки. Так что я надеюсь, вам... нравится моя сумочка для бабульки. А там еще висит у меня моя самая любимая сумка, которую я не так часто ношу. Которая выглядит так. Она из River Island, и я просто обожаю ее. Так, вот такая у меня комната. Надеюсь, освещение будет нормальным. На улице оно никакое. Потому что на улице темно. И я надеюсь, что мой iPhone сможет меня снять нормально. Мама купила красивый поводок зебры. Смотрите, что я нашла. О, чуть не убила себя палкой. Я нашла вспышку. Где ты? А? А? Где ты? Зебеки. Мастик. Мастик, мастик. Она определенно не хочет гулять, правильно? Мастик. Мастик. Пойдем скорее. Скорее. Скорее, скорее. Мои черные. Светильщики. Пойдем скорее. Скорее, скорее. Скорее, скорее. О, боже. Нет, этот цвет убивает. У меня, наверное, красные еще глаза, к тому же. Большое лицо. Оно у меня всегда большое. Ну, пойдем, пойдем, пойдем. А на улице-то холодно. И, наверное, на меня кто-то смотрит с окна. Но неважно, я же обещала вам что-то снять. Вот, не дай бог, я наступлю на замороженную говельку. Их тут много, поверьте. Очень много. Лась, пойдем скорее, пойдем, пойдем, до конца дойдем. О, у меня пальцы замерзают. О, у меня пальцы замерзают. Может, пойдем домой? Пойдем гулять. Куда мы пойдем? Мы уже гуляем. Пойдем домой, домой, домой. Домой, домой, домой. Пойдем домой, куда ты убежал. Класс, мы идем домой. Мы очень быстро все делаем. На самом деле мы ничего не делаем, поэтому очень быстро уходим домой. Да.
На улице, правда, очень холодно. Меня знаю между пальцем. Чем на той руке, где я держу камеру. И походу я пошла по замороженным кабелькам. Что только для вас не сделаешь. Этот бежит, да, мне уже домой хочет. Правильно, мне с ним гулять. Нам еще лапы мыть. А он так оделся маленьким испугом холода. Люди. Все мои пальцы замерзли, господи. На той руке, где они спрятаны в варежку, и где я держу камеру, они просто онемели. О боже мой, я, наверное, перестану снимать. Вот так проходят у нас будни. У меня вырубилось электричество, у меня не работает мой компьютер, который я очень люблю, и который, скорее всего, просто скоро сломается из-за этого дерьма. Да, у нас вырубают пробки, у меня не горит лампа, точнее, люстра на моей... на моем потолке. О, да, нам дали электричество. Аллилуйя! Ха-ха. И опять я лежу на своей постели, потому что это самое удобное место в моей комнате. И у меня очень маленькая комната, как вы могли уже заметить. Если вы вообще ее заметили, потому что она такая крохотная. Не смешно. Кот-собака сходит с ума. Наверное, пора спать или... Нет, сначала покушать, а потом спать. Ей! Так что, опять же таки, извиняюсь. Давайте я вам покажу, как они носятся. К сожалению, мои животные очень странные. Как только я включаю камеру, они сразу перестают что-то делать. Они становятся пассивными, безмозглыми дебилоидами. Да, так бы они были бы, не знаю, они бы чем-то отличились бы от меня, если бы сделали что-то интересное на камеру. Но, опять же таки, я вас... очень сильно сейчас расстрою. Скажу, что все, это конец видео, так что до завтра! И да, конечно же, садимся на свет, и я вам покажу самое эпическое лицо. Майлерс! Или как я делала?